Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я хочу поделиться с вами своим рецептом картофельной запеканки. Вот такая она красивая получается и невероятно вкусная. Готовить ее очень легко. А сейчас я вам расскажу, как я это делаю. И вот такой набор продуктов нам с вами понадобится. Это картофельное пюре. Оно может быть как только свежеприготовленное, так и любое. Допустим, у вас осталось в холодильнике картофельное пюре. Ну, никто не хочет уже его есть, поэтому его смело можно использовать. Это мясная начинка, которой я уже с вами делилась на своем канале. Далее сушеный чеснок, сметана, яйцо, сливочное масло и любой тертый сыр, натертый сыр. Если нет сыра, то можно и без сыра. А что дальше делать, сейчас расскажу. Разбили яйцо и добавили его в картофельное пюре. И тщательно все перемешали. Даже если у вас картофельное пюре из холодильника, ничего страшного. Греть, предварительно прогревать ничего не нужно. Так, тщательно промазали нашу форму, в которую будем делать запеканку, сливочным маслом. Вот такие кусочки у вас остались. Вы их здесь оставьте, не вытаскивайте. Дальше у нас с вами задача приблизительно 1/3 картофеля оставить в кастрюльке, да, или в чем она у вас лежит, в лоточке, а все остальное пюре выложить на дно. Выложили картофельное пюре, но не все, видите, немного я оставила, 1/3 приблизительно от того объема, который у вас есть. А теперь выкладываю вот эту нашу с вами замечательную начинку. Если она у вас из холодильника, то вы немножко ее рукой, не рукой, а ложкой немножечко разомните, чтобы она у вас удобно было вам ее накладывать. И вот так вот красивый слой сделаем нашей мясной начинки. Так. Блюдо вообще невероятно вкусное, и я вам обещаю, что ваши домашние его очень сильно полюбят. Вот, видите, выложили. Мы с вами прям туда ее, в картошку. Можно вот так вот ровненько разравниваем и в картошку вдавливаем. И дальше выкладываем оставшееся картофельное пюре. Делаем красивый слой такой. Нам с вами теперь все это нужно покрыть картофельным пюре. Ну, должно приблизительно вот так у вас получиться. Дальше мы к сметане отправляем наш сушеный чеснок. Все тщательно перемешиваем. Все тщательно перемешали и отправили все это дело на нашу запеканку. Если вы не будете добавлять сыр, то я вам рекомендую немножечко посолить сметану. Если будете добавлять сыр, то солить не нужно. И все это вот так вот красиво размазываем. Можете кисточкой, можете ложечкой. Ну, в общем, вот так вот красиво вам нужно все это распределить. Все это делается очень легко, обычной ложкой. Вот. И вот такая красота у нас с вами получается. Я даже еще вот такие вот делаю красивые волны. Это, конечно, можно не делать. Вот. И отправляем это все в духовку на 180 градусов на 30 минут. Наша с вами запеканка простояла в духовке 20 минут, и вот на этом этапе уже можно посыпать сыром. Сыр нам придаст
такую небольшая корочка будет. И отправляем еще на 10 минут. И смотрите, какая у нас с вами красота получилась. Если вы хотите более подрумяня, чтобы она более была подрумяненная, ну, оставьте еще минут на 5. Но меня вполне устраивает и такой результат. Ребята, осталось положить на тарелочку. Ребята, это очень вкусно. Всем приятного аппетита!